Старосика. Голос Греции. Уважаемые слушатели в Греции и за рубежом, в эфире краткий выпуск новостей. Президент Турции Тайип Эрдоган исключил вероятности вмешательства зарубежных структур в попытку государственного переворота. Лидер страны сдал указ о введении на 3 месяца режима чрезвычайного положения. Между тем, в Турции власти задержали и уволили как минимум 50 тысяч человек по обвинению в участии в попытке государственного переворота. Арестованы тысячи военнослужащих всех рангов, лекторы и преподаватели вузов, а также судьи. Руководство Турции обвиняет задержанных людей в поддержке проповедника оппозиционеров Фетхуллаха Гюлена, который проживает в Соединенных Штатах Америки. Проводимые массовые аресты продолжают оставаться сильными. Генсек НАТО подчеркнул важность продолжения партнерства с Турцией, поскольку она находится на границе зоны нестабильности в Ираке и Сирии. Глава финансового ведомства Соединенных Штатов Америки Джек Лью совершает официальный визит в Грецию. В 14 часов американского политика принял греческий премьер-министр Алексис Ципрас. Господин Лью также встретится с министром финансов Евклидесом Цакалотосом. Одна из главных тем встречи – это регулирование.